Главный результат достигли, партию проиграли. Совсем уже первые две партии куда ни шло было. А в третью вообще встали и уже, ну, проиграли по защите, по цифрам защиты проиграли. Поэтому нельзя выигрывать, не играя в защите. Ну, конечно, настраивались, наверное, больше на лучшую свою игру, чего мы сегодня не смогли показать. Ситуация была, когда мы можем брать очки, контратаки особенно. Но у защиты совсем плохо сыграли. А, ну, когда удалось их хорошо подавать, немножко рисковали в атаке, тогда партию взяли. Нас переиграли на блоке, мы ничего не могли сделать в атаке. В принципе, наверное, думаю, где-то мы даже не усложнили подачу, и отсюда уже все поехало. Наверное, как всегда, после двух партий нужно сохранять концентрацию. Было достаточно много ошибок своих именно. Надо сразу настраиваться, чтобы потом не было таких казусов. Когда удивляемся сначала, как соперник играет, какой у них хороший зал, вот так вот происходит. Очень плохо сыграли в защите, очень много наката и скидки упало. Мы сами, наверное, остановились, а девчонки казанские, они собрались и, я думаю, не дали нам, не позволили. Наверное, им хватило вот столько, сколько нужно было, да, чтобы выиграли по статистике. Да, ну, проценты хорошие, но очень много мяча упало таких несильных атак, скидки наката. Вроде разбирали все и знали, кто за что отвечает, но все равно опять это опыт. Ну как они два тура назад обыграли, по-моему, Локомотив. Как-то нас дальше не везет против лидеров играть. Но в любом случае, конечно, уверенность появляется после любой победы. Вот. Где-то наши действия становятся более рискованные, потому что, наверное, в нашем случае только так мы можем выигрывать. Ну, все команды готовятся, разбирают. Тут нет такого шапкозакидательского отношения. Надо в каждой команде относиться серьезно и показывать свою, в первую очередь, игру, качество игры. Тогда будет удовлетворительный результат. Молодец. Ну, местами есть еще эти провалы, но от недостатка опыта, будем надеяться. Я вошла в игру как-то, и все само шло. Я очень довольна, но, конечно, есть над чем еще работать, и я буду это делать. Концентрацию неплохо держала, на моменты есть, подсказывали, как бы пыталась исправить. Несколько мячей неплохих достала. Но практика нужна, поэтому нет возможности ей много давать. Сегодня выиграли, значит, все правильно сделано. Выдержала работу.